Добрый день, уважаемые авторы Adobe Stock. Меня зовут Арина, и в сегодняшнем видео я покажу вам, как можно отправить на Adobe Stock видеофайл. Мы переходим во вкладку «Отправить». Видео можно загрузить только с помощью FTP-клиента. Для этого вам нужно установить FTP на свой компьютер. Мы нажимаем на «Подробнее», и здесь будет ссылка на установку бесплатной версии FTP-клиента FileZilla. Вы нажимаете и можете загрузить FileZilla себе на компьютер. У меня FileZilla уже загружена. Я открываю программу и буду вводить свои учетные данные. Итак, я копирую хост. Далее ID. FileZilla называется username. И пароль. Далее соединяю. Итак, FileZilla у меня успешно соединилась с компьютером. И я выбираю видео. Итак, видео загрузилось. Мы закрываем FileZilla и переходим во вкладку «Отправленные файлы» снова. Итак, напротив типа файлов появилась циферка 1, то есть видео было успешно загружено. Теперь нужно подождать, пока оно появится на портале. Это может занять несколько минут в зависимости от размера видеоролика. Если он длинный, то, возможно, может понадобиться от 5 минут и более. Итак, обновляем страницу, пока еще не появилась. Повторюсь, что видеофайлы можно загрузить только таким образом. Его нельзя загрузить через drag and drop. Итак, видео появилось на сайте. Далее мы вводим ключевые слова. Вводим название, проверяем тип файла, категорию и отправляем файл на утверждение. Вот таким образом можно загрузить видео на Adobe Stock. Спасибо большое вам за просмотр. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях. И до новых встреч!